Всем привет, с вами Дмитрий, создатель канала Димидрол. Сегодня я вынужден сообщить вам всем, что я встаю на творческую паузу в связи с очень сложной ситуацией в семье. Эта пауза на неопределенный срок. Пока я сам не знаю, когда это все закончится. Я надеюсь, что это все очень быстро разрешится. И когда это все разрешится, когда вся ситуация будет решена, тогда же я выпущу новое видео и тем самым выйду из паузы. А пока что я вынужден попрощаться временно, ненадолго. Я обязательно вернусь. Но пока что не теряйте меня, мои дорогие зрители и подписчики. Я буду всегда с вами, я вас помню. Я никого из вас не забыл. И всем пока.